Больш за 200 тонн рыбы сёлета плануюць вырастить у форелевой гаспадарцы, что у вёсцы Касішы Быхаўскага района. Досягнуть таких объемов, а гэта плюс 40% до мінулагодняга показчыка, дозволит технология, якая штогод поляпшается. Стварыць конкуренцию вытворца збіраецца и за кошт новых видов продукции. Здесь мы осуществляем контроль за всеми гидрохимическими параметрами, практически основными. Температура воды, концентрация кислороду – это только некоторые показчики, которые отсочивает компьютер. Для такой капризной драпежницы, каже рыбовод Тарас Одинцов, потребны идеальные умовы. Тут для форели навод течение створают, потребует технология выращивания. Наша задача, чтобы быстрее росла и крупнее. Сколько растет ваша форель? Ну, от грамм 15 до 800 грамм, около 8 месяцев. Каб добиться таких привесов, кормят форель 13 раз на дни. Летась у господарцы вырастили 140 тонн форели. Сёлета плануют больше за 200. Галоўнае, удается снижать себе кошт. До прикладу, начали працавать напрямую с продавцами кормов для рыбы. Айчынные покуль не вырабляются. Закупают у Германии и Голландии. Порядка 30% произошло снижение стоимости кормов. Ну, что позволило выйти на нормальную себестоимость и продавать нормально. Чтобы предприятие росло и развивалось, естественно, надо добиваться максимального снижения себестоимости. Поэтому мы только в этом плане и работаем. С увеличением объема появились и новые виды продукции – форель охолодженная и венджаная. Есть, до речи, первые поставки на белорусской полиции и уластные икры. Олеся Рыбалка, Виталий Алексеенко, новини региона.